Позвольте войти. Извините за неожиданный визит, но я вам кое-что принес. В знак моей признательности. А по какому поводу? Прошу, не обижайтесь. Вы стали очень важны для меня. И не только в смысле работы. А это просто символ признательности. Я хотел бы задать вам личный вопрос. Вы выйдете за меня замуж? Думаю, мне понадобится пару дней. На размышление. Ну, конечно, разумеется. Извините. Не сейчас, Виктор, я занят. Очень красивая картина. Давно она у вас? Сто лет.